Здравствуйте! Мы находимся в Челябинской области, Тимофеевский каменный карьер, город Куркино. Карьер занимается добычей камня, производством щебня различной фракции. Директором карьера является Пох Александр Карлович. Руководство приняло решение протестировать продукт Enviro-Tabs на своем транспорте. О результатах подобного теста расскажет главный механик Потапов Сергей Алексеевич. В настоящее время для таких предприятий, горнодобывающих, как наш карьер, существует проблема использования экономии энергоресурсов, в частности энергетика и горючесмазочные материалы. В настоящий момент мы с генеральным директором Пухом Александром Карловичем приняли решение протестировать препарат EnviroTypes. На данный момент мы вышли на определенную экономию дизельного топлива, применяя его на автомобиле марки БелАЗ. Первоначально у нас произошла экономия в пределах 6%, и сейчас подвигается к 11%. При применении EnviroTypes в дальнейшем мы ожидаем получить экономию месяц на одном БелАЗе в пределах 38 тысяч рублей. Если эксперимент произойдет удачно, мы решили использовать EnviroTypes на всей технике основного и вспомогательного производства. Это как-то фронтальные погрузчики Mitsubishi, бульдозер, автомобили КамАЗ, автомобили Зыбычок. В данный момент водители автомобиля БелАЗ отмечают повышение мощности, увеличение крутящего момента, увеличивается тяга на подъемах на выезде из карьера, уменьшение дымности, ну и заметное улучшение работы двигателя. В заключение хотелось бы сказать, что предприятие получает не только экономическую выгоду, применяя EnviroTabs, но здесь еще немаловажную роль играет экономия, экология. Наша экология, которая не в лучшем виде, так сказать. Вот. И хотелось бы обратиться ко всем руководителям подобных предприятий. Хотя бы провести тест данного средства, то есть EnviroTabs.